Следующее видео Майнкрафт без мода выйдет сразу после того, как на это видео наберет 100 тысяч лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Рисман, и в этом видео я вам расскажу, как создать крутой дом новичка, в котором есть абсолютно все, ну а также самую крутую шахту в Майнкрафте без каких-либо модов при помощи лишь одной команды. Вам не придется ничего строить, добывать самому, вы просто возьмете, ведете команду, установите машину, и у вас все будет готово. Ну что ж, поехали. Для начала необходимо выдать себе командный блок, для этого прописываем команду gis.ip и command-блок. Отлично, я выдал себе командный блок, и затем его необходимо установить. Давайте отлетим подальше и установим его куда-нибудь. Так, например, сюда открываем его и вставляем в него нашу заветную команду. Далее его необходимо активировать, можем сделать вот при помощи этой кнопочки. Ставим всегда активен. Нажимаем «Готово», и я оказался внутри машины. О, отлично, я из нее вылез как-то. Так, ну что ж, у нас тут имеются две таблички, но я думаю, нам они особо-то и не пригодятся. Вот это вот... Ну, там есть табличка сноса, в общем, но она нам пока что не нужна. Далее необходимо скрафтить два яйца призывания. Первое яйцо призывания позволяет создавать сам дом новичка, а второе яйцо призывания позволяет создавать шахту. Ну что ж, для того, чтобы создать дом новичка, нам необходимо взять один дуб и 9 алмазов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. И крафтим дом новичка. Кидаем дуб, кидаем все алмазы в одно место, и мы получаем яйцо установки нашего дома. Давайте отлетим куда-нибудь и установим его, например, вот здесь. Так, вот я установил наш домик, и он у нас появился. Как видите, вот такой вот маленький домик, но в нем есть абсолютно все. Ну что ж, давайте я вам покажу. Выключу креатив, так, game mode 0. И как видите, когда я подхожу к... А у меня рука пропала. Что-то у меня руки пропали, ладно. Как видите, вот у меня утомление идет. То есть я здесь ничего не могу сломать вообще. То есть ничего не ломается. Поэтому этот домик мы просто так не сломаем. Его загриферить нереально. Так как человек, который сюда подойдет, он просто, как видите, теряет руку, грубо говоря, и ничего абсолютно не может сделать. Так, ну что ж, в домике у нас есть две двери. Одна в огород, другая на улицу. Также окошечки интересненькие вот такие, то есть не просто окошечко, а именно закрывающееся такое со створкой. Вот, тут у нас имеется три сундучка, все они пустые, к сожалению. Стол крафтинга, варочная стойка зельеварения, в общем-то, наковальня, кровать, в которой я могу, правда, спать только ночью, поэтому я сейчас не могу ничего сделать. Тут вот эти вот вещи имеются, ну, как бы лучше пусть они будут закрыты. Тут же печки имеются, всегда активные, но всегда активные как бы для красоты. И здесь как бы уходит это все дело в дымоход. Так, ну, как видите, я же говорил, что здесь сломать ничего абсолютно нереально. За исключением одной вещи, это огород. В огороде мы можем ломать посевы, их сможем спокойно добывать. Так, вот так, вот так, тык-тык-тык-тык-тык. И как видите, я добыл посевы. Ну, давайте их посадим заново. Надеюсь, мне хватит. А, не хватит, вот одно... О, я одно семечко дропнул. Так, а вот это я могу... Да, и это тоже дело я могу сломать, но, в принципе, это не важно. Так, курочка, ну, вали отсюда. Ну, вот такой вот у нас получается домик, в котором есть, как видите, абсолютно все. Давайте включим ночь и попробуем поспать в нем. Time set night. Отлично, ночь у нас включилась, и теперь я ложусь спать в кроватку, дожидаюсь утра. Ну... И я должен проснуться на крыше. Как видите, я просыпаюсь на крыше своего дома... Прям после такого, так сказать, застолья в пятницу, я проснулся на крыше своего дома. И вот так вот мы вылазим отсюда и можем спрыгнуть, это ничего не будет. А, ну полсердечка, но они тут же восстановились. Ну что ж, вот такой вот, ребят, домик получается. При помощи лишь небольшого крафта и одной команды мы создаем целый домик, в котором есть абсолютно все. Для новичков это очень-очень полезная фича. То есть раз включили креатив, установили и выключили. И играйте себе дальше. Так, ну что ж, давайте покажу вам все-таки, как создать эту крутую шахту, о которой я вам рассказывал. Давайте вернемся в креатив. Для того, чтобы взять необходимых предметов, берем снова 9 алмазов. Так, 9 алмазов взяли. И уже каменную кирку. Теперь это дело опять-таки надо скрафтить. Кидаем это все в одно место, и мы получаем установку шахты. Вот. Так, ребят, давайте выберем место, например, вот рядом с домиком, где-нибудь вот здесь. Я вам сейчас все покажу, что видите, внутри здесь ничего абсолютно нету. Я вот даже всю заново застрою. И сейчас я установлю эту шахту. Тыкаю правой кнопкой мыши, и у нас здесь появляется наша такая шахта со входом вот отсюда. Тут у нас имеется, в общем, сама печка снова. Хоппер, то есть загрузочная воронка, как бы типа. Также несколько сундуков, 4 сундука таких больших. Кстати, сундуки-ловушки стоят, не знаю почему.
стоят сундуки, вот это сундук. А, это чтобы они рядом друг с другом стояли, понятно. То есть 4 сундука вот таких вот. Вот такой вот вход в шахту, она такая узенькая. И вот здесь вот именно люк, который ведет нас в саму шахту, в самую ее глубь. Так, давайте-ка откроем и посмотрим, что там есть. Вот такая вот тут лестница, и как бы здесь не провалиться, так как шахта очень глубокая. Как видите, шахту я не строил, она сама по себе построилась. То есть не надо было мне ничего создавать, строить, выкапывать, она сама построилась. Также я могу просто спрыгнуть с лестницы, лететь вниз, и я упаду в воду, и со мной ничего не произойдет. Ух ты, тут сразу оказалось золото. То есть мы падаем вниз, и у нас тут появляется сразу такая комнатка, которая уже даже освещена, и вот тут вот золото есть. Так, ну что ж, давайте попробуем еще раз установить шахту. Я вам покажу все-таки, что я ничего абсолютно не делал. Это все строится само. Так, сейчас мы взлетим отсюда. Выберем вот абсолютно рандомное место какое-нибудь. Давайте вот здесь вот я сейчас лечу. Вот где упаду. Вот, прямо здесь и ставлю. Отлично. Вот я установил, и снова появляется шахта. Таких шахт мы можем, конечно, наделать десятки, сколько нам в душе угодно, и... Просто, не знаю, может с ума сойти, конечно, от этого столько шаг делать. Ну что ж, ребят, вот такая вот крутая команда, которая позволяет создать вот такой вот красивый домик и вот такую вот прикольную шахту. Поэтому, ребят, если вам это все дело понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на автора команды, ну а также на команду оставлена под видео. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока.